Smart Avia 422 совместно с рейсом авиакомпании Red Wings. Теодор, до предыдущего сезона вы играли только в Швеции, но потом решили пойти на большие перемены. Вы играли в АХЛ, теперь в КХЛ. Насколько непросто далось вам это решение? Думаю, это было верное решение. Играя в АХЛ, я получил опыт для себя и мог находиться рядом с игроками НХЛ, такими как МакДэвид. И сейчас я считаю свой приезд в Нижний Новгород хорошей возможностью показать себя. Почему вы выбрали Россию и Торпедо, и что послужило главной мотивацией перейти в наш клуб? Мне всегда было любопытно попробовать свои силы в России, и это неплохое продолжение моей карьеры. Я слышал много хорошего о Торпедо. Кроме того, здесь играет еще один хоккеист из Швеции, поэтому решение перейти в клуб далось мне легко. Говорил ли ты с Даниэлем Зааром или Марком Хривиком о Торпедо? Я разговаривал с Даниэлем Зааром, и он рассказал много хорошего о клубе. Поэтому да. Может быть, вы что-то знаете о команде и о городе? Не так много, только то, что рассказывал Даниэль. Также знаю, что здесь отличная поддержка трибун, поэтому жду с нетерпением нашей встречи. В заключение пару слов для наших болельщиков. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду возможности сыграть перед вами.